Перейдем к спорту. Туяра Орлова стала абсолютной чемпионкой России по масс-рестлингу. В Екатеринбурге прошел 10-й традиционный мультитурнир по силовым видам спорта и единоборствам «Золотой тигр». В рамках соревнований провели абсолютный чемпионат России по масс-рестлингу. Якутию представили 3 спортсмена – Дмитрий Попов, Ирчим Баппагай и Туяра Орлова. Победителем среди мужчин стал богатырь из Вязьмы Виктор Калибабчук. На 2-е и 3-е места вышли якутские спортсмены. А среди женщин, вопреки прогнозам, чемпионский титул завоевала Туяра Орлова. В финале она одолела чемпионку Европы этого года Светлану Тихонову из Челябинска и впервые в своей спортивной карьере удостоилась звания абсолютной чемпионки. К слову, Орлова уже имеет титулы чемпионки мира и Европы, и за высокие достижения в спорте сегодня ей вручили сертификат на сумму 100 тысяч рублей. Соперницы у меня были крупные 2, это Светлана Тихонова с Челябинска и Татьяна Васильева с Московской области. Они оба занимаются армрестлингом, имеют свои титулы, звания по этому виду. И, в общем, сильные женщины. И как бы, ну, на помосте я взяла их, как скажем, скорее своей техникой по масс-рестлингу, своим чувством на помосте.